головному мозгу двух разных людей. Здесь на слайде справа вы видите МРТ нормального здорового мозга. Разрез мозга, снимок, который можно сделать сегодня с помощью радиологии. С левой стороны слайда мозг выглядит не очень хорошо. Тут даже не нужно быть врачом, чтобы это понять. Черным цветом обозначается цереброспинальная жидкость, ликвор. У этого пациента дела плохи. В том месте, где у нас с вами находится мозг, у него большая, огромная дыра. Этот случай был однажды опубликован в медицинском журнале по одной очень интересной причине. Это мозг мужчины, французского государственного служащего, 43 года. Он женат, имеет двоих детей. У него ничего не было. Его мозг здоров. И первое, что я хочу с вами обсудить, как такое может быть? Если вы возьмете свой ноутбук, а в нем будет дырка, он вряд ли будет работать. Тут мы все одного мнения. Как же такое может быть, что человек живет с таким мозгом и при этом здоров? Очевидно, что компьютеры и мозг устроены по-разному. А как устроен мозг?